Прием, прием, здорово всем, это снова монтажник Влад, он врывается еще и сюда, и, короче, да, это вторая часть вот этого вот безумнейшего забега на геймпаде, надеюсь, будет интересно, опять же, Лукасы, ставьте, хорошо, спасибо, не ставите, ну, плохо, ну, как бы, иногда будем записывать Тремнант в любом случае, как я сказал до этого, а в конце будет интересно, жестко, так что, надеюсь, вам понравится, монтажник Влад уходит, приятного просмотра. Блин, я не ожидал, что на джойстике можно играть в эту игру. Но как бы по сути у меня билд, который все сам делает за меня. Плащ убийца, наверное, возьму даже. Блин, знаете, я, наверное, возьму и задефаюсь. Тупо сники слэйер. Собака, не хочу собаку. Можно взять, чтобы было. И в принципе еще хпшку можно бустануть. Типа, а чё бы и нет? Ну и поехали посмотрим, какой сутулый босс ожидает нас дальше. Неизвестный пункт назначения. Все как всегда. Я думаю, это зима. Ну, конечно же. Конечно же, зараза. Чё-то я уже не рад. Да что за дерьмо? Самонаведись, не на самого... Когда не надо, самонаводится. Когда надо, ни хера не самонаводится. Бесит. Нормально. Одолели совместными усилиями. Да. Где эта тупая крыса? Наконец-то. Так, что-то все пошло не по плану. Просто настолько меня дезморалит зимняя локация. Прям не буду врать, бесит зимняя локация. Ну тут скорее брутвак-наездник или кто будет боссом? Тут два босса. Я их уже очень давно не бил и не помню. Шансы в любом случае есть, думаю я. Сразу ставлю турель, потом бахую рой. И надеюсь, что кого-то надамажим. Надо бы по-хорошему мужика оставить. Пошел, пошел. И наряжаем новый бонус. Ой, дядя, больно ты бьешь, как псина сутулая. Можно сегодня стрелять, плиз? Очень надо. А с какого хера он эту хрень ульту позвал, арту? Я же увернулся, псина сутулая. Отсюда летите. Я реально увернулся. А, мне наоборот надо варга оставить. Блин, точнее варга первого убить. Короче, я испытал фиаско снова. Блин, да чего ж крутой босс. Типа прям серьезно. Зачем перезаряжаться, если можно не перезаряжаться, да, сутулый? Сутулый Влад. Тупо повезло, что не попало. Да варга, варга задушить. Душим, 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 варга, ребята, душим. Найс.
как другим нахер. Какой петушило кодил эту игру? Какой петушило кодил эту игру? Да. Только сейчас, спустя 8000 лет. Почему у него диалоги накладываются? Давай хотя бы турельку одну зарядим, родной. Еще один отлет, братан. Давай, полетел. Теперь с этой накидываем. Петушили сутулы. Давай, 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 лицо ему, он любит на лицо. Я вообще в другой стороне, братан. Ого, это было неожиданно, кстати. Блин, как же Рой насилует, как же насилует Рой. Ну, anyway, как бы. Победа есть победа. Я, кстати... А, за ним херню какую-то дают, копье. Нафиг мне это копье нужно. Ну, не то, что я ожидал, честно. Но всяко лучше, чем ничего, знаете ли. Плетеная маска и хрень, ясно. Хорошего лута сегодня не будет, не завезли. Как говорится, не проплачено. Ну, ничего. Ну чё, три босса на джойстике, это неплохо, просто заспавнились нормальные вещи. И это ли не восхитительно, знаете ли? Погнали дальше. Уже думаю, что шансов еще дальше зайти все меньше и меньше. Потому что противники начинают дышить. Слушайте, давайте боты-добытчика возьмем. Вообще nice комбинация будет. Так, кольца смотрим. А, такое себе. Да, найс. То есть я буду менее заметен для врагов. Берем модификатор, гляну, конечно. А, не, я, наверное, ставлю свое. Зажигательный выстрел, конечно, хорош, но мне кажется, мое текущее... Ну, мой текущий сетап гораздо лучше, чем то, что можно взять. Так, земля, земля, это хорошо. Попробуем пройти дальше. Глядишь, чего и выйдет. Чуть по чуть начинаю привыкать к управлению с геймпуда. Да. Беру слова назад, не начинаю привыкать. Должен был в голову попасть, но не очень-то попал. И вот этот отошел, это нечестно. У меня вообще по неагрессивному урона больше. Давно, знаете ли, элитников не было. Думал, это элитник. А вот и он. Хорошо, что он всего раз успел кастануть. Так, пока висит... Блин, Рой так мало стал висеть. Чё за дела? Раньше Рой кастанешь, он полдня висит. А теперь 3 секундочки и все. И нового несите. А фэтрола у меня нету? Фэтрола? Вроде нормальный. Думаю, что это мидрол. Так, что за босс? Как всегда, наверное, сутулы дробило. Ну да.
Они меня не видят, лол. Они реально меня не видят. Ну, не все, но некоторые. Дискомет херово что-то ловит. Ловит цели. Что, нормально рикошетило. Через право пойду. Возьми же ты, дрянь. Что с управлением в этой игре? С регистрацией инпутов, то есть нажатий. Да нафига мне эти мечи кустарные? Дайте нормальную пуху. Либо банок с патронами, чтобы я их продал и потом что-нибудь купил хорошее. С агрессором, по-моему, мне особо не интересно ходить. Наша героиня еще никогда не перезаряжается. И это она любит. Давай, 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 родной. Красиво. Квадрокилл. Направо. Ой, я тебя слышал, брат. Душная псина. Потом вы меня спрашиваете, почему я люблю дискомет, стоишь, в стенку стреляешь, урон наносишь, говнюков побеждаешь. Все-таки попало, забавно. Не пойду за патронами, пойду дальше. Ну все, на босса. Блин, еще несколько, да сколько же вас? Патроны были? Вы скажете, Влад, с геймпадом играет лучше, чем с клавомышью. Если что, я буду все отрицать. На всякий случай. Получается, дробила будет. Скорее всего, он меня изнасилует. Ну, я попробую сжать свой сфинктер, чтобы все было хорошо. А там уже что будет, то и будет. Блин, сейчас босс будет моего уровня, хреново. Я, наверное, пойду в правую комнату драться. Но, в принципе, если не залажаю, шансы есть. Как повезло, что он не попал просто, блин. Магия, мать его. Я не знаю, зачем он это сделал. Я не то нажимал. Блин, шансов мало. Блин, Влад, не запирайся. Владос, не запирайся, родной. Кровоток вроде не так уж сильно дерет. Шансы есть. Вторую бы скорее зарядить. Найс. Пока душим потеем. Ну и не вает победа. Сосать сутулый. Вообще пушка. Что творится-то? Четвертого заунижали. Лабиринта, блин, потом еще и лабиринтные наголенники наденем. Оу, май, как же неплохо-то идет. Неужели две серии потом смонтировать получится? Я был бы рад, если бы две серии. Если мы сейчас побеждаем еще одного, следующего тоже точно победим. Ну, есть все шансы. Все предпосылки на это.
Так, скорострельность критического. Не хочу кастера, не хочу. Эффективность брони. Возьму на будущее. Потом еще можно ради прикола в милишке как-нибудь пройти. Почему бы, как говорится, и нет, знаете ли. Когда да. Немножко опережаем локацию, это хорошо, но скоро локация меня будет дрючить. Почему? Потому что турели дамажат как не в себя, просто незаконно много. Давайте Корсус, чтобы я как всегда бибу пососал. Ну, проверяйте от Корсус. Нет, это еще хуже. Может быть, это остановочки, я постараюсь осторожно. Блин, какая-то неприятная локация прям. Максимально неприятная. Уже с одного диска они не улетают. Что хреново. Крысы сидели бы в своих домиках и не пердели там. Они вот это вот все, знаете ли. Ты большой там сидит, что ли, не пойму. Меня даже не заметили. Хорошо, кстати, что меня не замечают. Это очень помогает. Можно просто пробегать. А что такое, брат, споткнулся? Серьезно, два что ли? Да ну нахер. Не, я все кину. Все, что у меня есть, кину. Это нужно сделать, чтобы выжить. Нормально. Хорошо разобрали. Очень хорошо разобрали. Просто охренительно разобрали. Потому что сетап шикарный. Но нужно будет Рой зарядить перед боссом. Сейчас бы попадать, Влад? Хотя бы чуть-чуть, хотя бы ради интереса. Вот чисто так, по приколу. Ай, больно. Ну хорошо, что не попали. Так, пожалуйста, хоть бы... Ну, скорее всего, будет такая-то наружная локация, на лодке поплывем. Но я хочу, чтобы это была пещера. Ну, скорее всего, пещеры не будет, да? Зачем, Влад, тебе пещера? Будет тебе говно из говна, еще икра-заклинатель, скорее всего, будет боссом. Посмотрим, что получится. Тут надо осторожно. Если я что-то хочу сделать красивое. Хотя у меня плюс то, что у меня кольцо есть. На стелс, стелс колечко. Делаем оборону. И надеемся, что все получится. Так, две, вторую. Вообще не видел, вообще не видел. Мать твою, сутулый. Тупые турели, мать вашу, блин. Даже ни черта не вижу. Ну кое-как. Блин, задушили урода. Тяжко. Очень тяжко, врать не буду. Нужно что-то думать. То меня натянут. Я бы не хотел быть натянутым. Раньше времени. Ух, трипл килл почти. Почти по красоте. Почему он так неудачно, блин, здесь стоял? За его лутом придется далеко идти. А мне бы, честно скажу, не хотелось. Патроны, наконец-то! Может, на боссе они мне пригодятся. Чё-чё-чё? Убежал, пропустил? Да, сейчас бы пробежал, прикиньте. Было бы неловко. Быстрые руки, причем еще талант плохой. Господи, что творит этот дискомет? Только посмотри. Не хватает места.
Поставлю на всякий случай. Очень дерьмово поставил. Но турелька подспасла. Так, куда бежать-то, кстати? Тут тупик. Куда идти? Я не знаю. Какая падла кидается? Сейчас натяну твои. Блин, так говнясто. Сосать большой. Ходу туда. Конечно же, зачем попадать, когда можно не... Да что за дерьмище-то, два раза? В никуда. Два раза в молоко. Шлем костяной, да, нам особо не нужен, в принципе. Он не под этот билд вообще. Локация самая дерьмовая, какая могла заспавниться, да и заспавнилась, я прям не знаю. Это должно повезти, чтобы так не повезло. Мне повезло, не повезло. Я уже вижу переход. Есть предположение, что это позорные игры. Если я его победю на джойстике, то это прям, не знаю, победа. Тупо чемпион, тупо лучший. А вы лучше, если лука составите. Да, это игра. Ну, давайте сразимся, куда деваться-то. Главное не обосраться. Если не обосрусь, все будет хорошо. Не помню. Не помню, что надо сделать. По-моему, сейчас надо так сделать потом. Дерьмища! Блин, как я соснул. Хера у тебя радиус, братан, поражение. Лечусь, пока не поздно, если успею. Добежать успеть? Патронов нету, дерьмо! Как быть-то, блин? Сразу я еще и промахиваюсь. Я полностью обосрался. Обосрался просто жиденький... Как я люблю. Ладно, живем еще. Что ты козлом блеешь, падла? Лечусь, пока не поздно. Нужно хорошее место. Турель, ты будешь помогать, а? Владос, ну соберись. Есть, есть шансы, шансы есть. Убегать, убегать, убегать быстрее. Я мансил. Он не мансилась. Вылечусь, пока не поздно. Если успею, то это победа. Сосать сутулый. Нихера себе! На джойстике унизил этого пса просто. Ты смотри, что творит. Господи. Охереть просто. Такого невозможно. Просто быть не может. Что творит этот билд, а? Просто аннигиляторная пушка. Что, сундука не дадут? Храняки, а? Зажали сундук. Блин, ну это очень найс. Очень найс. Можно броники купить. Нос уже вообще не дышит. Простите, если гундосю как падла сутулая. Так, меня уже сильно обгоняет локация. Это на самом деле хреново. М-м-м,
Я, наверное, возьму. Я возьму броню. Какую сливу нужно пососать? Вот эффективность брони, потому что чем дальше, тем броня больше решает, знаете ли. Так, сопротивление я, наверное, возьму вот на боезапас. Потому что много патронов на дискомет, это заряд, как это... Короче, чемпионская замашка, вам вспомнил. Скоро у меня уж просто дамага будет не хватать, и это большая беда. Блин, вы серьезно? Это, скорее всего, гниющий. Но я вниз не пойду, потому что вниз он меня ваншотами даст. По щам не люблю. Я уж как-то ходил, мне не понравилось. Да, мое почтение, дискомет. Ладно, мое почтение, Влад, кривые руки. Тупо меня не видят. Шикарное кольцо. Упади, дядя. Тетя, тетя Муха, упади. Даже брать не буду. Мне это выгоднее быстрее до босса добежать, чтобы меньше противники заскейлились. Хорошее место, чтобы поставить турель, мне кажется. Муха застряла, что ли? А какого хера? Я не могу попасть через текстурки. Она может. Что за грязь? Блин, как же она мансикшот творит? Ладно, я, наверное... Соглашусь, то, что муха меня переиграла, и просто убегу. Ваншот мухи? Почти. Так, ты мне патрон дашь? Патронов, патрон. Ой-ой-ой, ни хрена вас тут, господа. Я только патроны возьму, и все, и побегу дальше. Надеюсь, вы не сильно там против. Это переход? Ну, давай, на миникарте появись переход. Наверное, это он. Да, это он. Все как надо. Так, ну шо, гниющий. Не гниющий, не чистый, во. Unclean One. Прикиньте, если сейчас этот будет... Это Иксилис? У меня в жизни не было Иксилиса. Охереть, никогда не было Иксилиса. Отвечаю, первый раз, когда мне Иксилис заспавнился. Первый раз вообще в жизни, сколько я играю в режим выживания. Первый раз Иксилис. Охереть просто. Сейчас я рот разомну, гимнастику для рта, потому что сейчас придется им работать. Я уверен, что я его не завалю. Я не помню, честно говоря, как правильно с ними драться. Но, скорее всего, я лососну он сам. Какого хера турели не работают, а? Так, а будет ли работать дискомет против шариков? По-моему, ни хера. По-моему, работает. Пока не поздно, патроны заряжу. Повезло, не повезло. Хиляться жить. Больно, больно в ноге, больно, не бей. Это что за ваншот, Петрович? Ну, извините меня, такой дамаг, который ваншотает. Это тупо бан Иксилису. Ну, я считаю, это легендарнейший забег на джойстике. Такой неплохой и вообще в целом очень даже неплохо. Я в теории мог, если бы я грамотно смотрел. Ну, понимаете, мне даже не хватает скорости, чтобы камеры вертеть правым соском, правым стиком. Я пытался, честная пионерская. Ну, блин. Очень интересный опыт, надеюсь, вам было интересно. Придется, наверное, видос на две части делить, по полчаса где-то. Ну, и давайте, если будет дискомет, то это хорошо. Нет, дискомета нету. Ну, ничего страшного. В любом случае, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно, счастья, здоровья. Ну и да, будем еще не забывать Ремнант, скажем так, иногда в него возвращаться. Всем всего хорошего.
Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.